Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел, его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбатов. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Удачи, брат! Удачи!
Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю, но я их догоню. Не имею права не догнать. Thank you.
ты, сука! Сучара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки! Нас не трожь, и мы не тронем! Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще? Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была? Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизнь. Ах, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем дальше? Боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба.
Братишка, развяжи меня. Я не могу больше, развяжи. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали всех. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так, чтобы не спешат. Ну, не спешат. Брат, спасибо. Я посижу пока тут. Отдышусь. Значит, гнилая тема. Тогда маякуй. Понял, да. Честного Жигана!